сидите. Дайте мне пройти. Марсик, заходи. Сейчас мы с хозяйкой поедем за зайчей капустой. Вот она собирается уже. Курточку одевает. Да не трогайте вы куртку. Что такое зайчья капуста? Что такое зайчья капуста? Узнаете. Да, сейчас наберитесь терпения. Марси, кому сказали? Быстро! Выходи, а то мы не успеем сорвать зайчик. Быстро! Все. Да быстро. Ты что, вообще обнаглел, что ли? Как ты, козел? Сейчас ты получишь. Ну-ка быстро иди в гараж. Выходи. Ты что? Ослушался хозяйку. В общем, что такое зайчья капуста? Вот видите? Вот здесь нет зайчьей капусты. А должна стоять. Ну, как-то так вот. А, вот. Вот она, зайчья капуста. Это когда она цветет, видите? Вот, это в период цветения, это зайчья капуста. Теперь листики у нее покраснели. И нам надо поехать и наломать этих листиков красненьких, пока не красненькие. Вот. И даже мы Пуаро отставили смотреть, видите? Любимый сериал Виктории. Мы его ради этой зайчьей капусты сериал выключаем. Вот так вот. Это представляете, что такое выключить сериал? Я не знаю даже как. Давай выходи. Давай выходи. В общем, поехали мы за зайчьей капустой. А свет кто будет выключать на кухне? Выключай с руками, запаривай. Марсенчик, все, мы поехали за задничьей капустой. За зайчьей капустой. У нас уже минус один сегодня был, а розочки ставят. Убирай, а то сейчас они это. Быстро. Нагоняй. Быстрей. Фу. Давай. Что? Эй, закрываю. Все, сиди дома. Все, я вам ногу поставил, чтобы не... Он же думает, что мы кататься едем. Сиди дома, мы поехали за зайчьей капустой. Едем за зайчьей капустой. Она у нас тут вот за станицей растет. Да она у нас и в огороде растет. Кстати, а ты ходила в огород? Нету. Не ходила? Нету. Вот тут у нас есть места, где растет зайчья капуста. Приезжайте к нам за зайчьей капустой, земляне. Кому если надо, сейчас покажу. Подъедем. Видите, зайчья капуста где растет. А я пойду развернусь. Сейчас Виктория ее там наломает. Наверное. Она исключительно растет. Видите, вот кручусь, уже полчаса разворачиваюсь. Исключительно она растет вдоль железной дороги. Да, это специально железнодорожники ее сажают. Вон она. Видите, ходит, ее ворует. Это запрещенное этот. Запрещенное растение. Да, его. Оно в Красную книгу занесено. Поэтому его. Рвать нельзя, но мы приехали подпольно. Видите, вон. Она ругается, Вика говорит, у меня куртка грязная, я не накрашена. Зачем ты меня снимаешь? Хочет всему миру нравиться. Я говорю, какая есть, такая есть. Чего вот это вот комплексовать там? Ну, вот, не знаю, короче, может все так женщины, может она такая, куртка не такая. Сейчас увидишь, что я снимаю. Ну, в общем, буду украдкой показывать. Вот так вот мы и создаем красоту. Она меня не видит. Ой, еще ветер, сегодня холодно. Слышите, какое ветрувание? А потом будет составлять букетики с них. Ну, увидите, короче. Что-то должно получиться. Главное, чтобы мне не попало от того, что я веду подпольные съемки. Буду показывать украдкой. Подойду поближе и покажу, что это такое и где это.
красивая. У нас дома есть, мы ее посадили. Но она почему-то листья быстро сбросила, и не успели они покраснеть. Поэтому вот видите, мы приезжаем вот сюда. Она везде вдоль посадок растет. Но почему-то растет возле акации. Исключительно вдоль дорог. Пойду в машину. Холодина! Ой, охота ей. А тут еще ветер. В машине хорошо. Натоплено. И охота ей вот это вот и меня гонять. И себя тоже. Ой, жду, пусть режет. Охота пуще неволи. Вон она, видите, куда-то в лес. Зашла. Идет. Все, я понял. О, какой красивый. Да, все, поехали. Ветер, холодно. Минус 5 ощущаемое написано. Она, наверное, все минус 10. У нас без замерзли, да? Ага. Вот у кого-то минус 17 намного лучше переносится, чем это. Вот, видите, вот за таким простым букетиком едем вот куда-то вот. Видите, по каким вот пучку дуров. А что, красота требует жертв. Ой, тут сейчас еще переезд. Ну, выключаю камеру, потому что здесь надо стоп сделать. Никого? Никого. О. Ой, это ты нахрена ты снимаешь? Ну вот как мы ездим, куда? Как нам достается каждый букетик, каждый кустик? Как же вот это вот... Ну, срань-то ее не назовешь, а красоту эту. Вот еще, говорит, я знаю, где колючки растут, вот эти вот, которые мы там не удалось нам тогда на Кубани сорвать, они были поломанные. Оказывается, в Темишбеке. Это все рядышком тут, 39 километров за колючками. Съездим, привезем, поставим, и будут у нас колючки стоять. Ну, в общем, едем домой. Сейчас, когда все оформится, это вся заячья капуста, покажу тогда. Привезли, привезли веник. Мне доверили нести вот этот сей букет. О! Какая красота неописуемая. Ой, пойду занесу. Ну а что поделаешь? Хотя, вот сейчас специально пойду в сад и гляну. Наверняка там у нас эта заячья капуста есть. Аж ради интереса сейчас. Сейчас отдам. Лерочек, а ты радуйся, да, что мы заячью капусту привезли. Глянь, Лирик. Ой, ты как рад, а? Понюхай. Ну что, пахнет? Зайцами пахнет. Что-то ты... Чего ты? Чего с тобой, Лирик? Глянь, зайцами. Что тут запах какой-то, что ли? Лирок. Ну ладно, понесу, короче, в дом. Пойдем со мной сходим. Пойдем, быстрее. Пойдем. Вот мне кажется, что она у нас, эта капуста, растет. Пошли быстрее. Мы же сажали... 4 куста. А ездили за 3-9 земель. Тоже радуйся. Я смотрю, все собаки радуются заячьей капусте. Он помчался-ка. А Лирик, видели, как крутился? Аж вот так, как волчок. Когда я ему под нос сунул эту заячью капусту. Марсюнчик, мы сейчас быстренько сбегаем. Тут у нас рядышком. Пошли. Далеко не убегать. Она где-то рядом. Мы ее пересадили. Знаете что? Мы заметили, что она растет рядом только с акацией. Вот.
Это я давно заметил. Мать, дай тут пройти. И вот у нас тут акации. Да вот она. Вот она, зайчья капуста. Вот она. Видите? Вот она. Ну, жалко кустики. Очень только начинает приживаться. Красивая, видите, какая? Нет. А вот акация, видите? Вот она всегда возле акации растет. Вот посадки. Ну, не буду я Викторию расстраивать. А то она меня потом запилит. Говорит, что мы ездили за 3-9 земель? А вот это вот, видите, еще не покраснело. Марсюнчик, пойдем домой. Все. Марсик, давай. Быстрей, домой. Домой, со мной. Марсюнчик. Все, мы нашли зайчью капусту. Ну, у нас тут тоже вот есть, похоже на зайчью капусту. Это этот клен, видите? Марсюнчик. Пошли, все, нашли мы. Оказывается, Марсик, что ты делаешь? Ух, этот Марсик. У нас тут и розы какие красивые, видите? Все у нас есть. И даже, как говорится, в Греции все есть. Вон еще. Вот еще, гляньте. Вот она. Ну, это клен, конечно. Он тоже красивый листик. Жалко такой ломать веточки. Смотрите, какая красота. Марсик, ну что, пометь еще этот. Иди, давай, наметь. Ну, чего ты? Закончилось? Нечем? Ну, я жду. Короче, пошли. Ну, вот наша осень. Видите, уже тут все попадало. Все листишки пожелтели уже. Усыпаются. Розочки еще кое-где стоят. Ну, уже ветер. Уже минус один. Сегодня даже снег ожидается. Пойдем, Марсюнчик. Все, быстрее. Все. Есть у нас. Марсик. Бегом домой. Сейчас останешься там. Все. Вот такой поход за зайчьей капустой. Но я, наверное, не буду Викторию расстраивать, что она у нас есть. А может быть, скажу. Так она возьмет да обрежет всю. На свои букеты. Так что, говорить или нет? Не знаю. Ну, вот когда вырастет большая зайчья капуста, тогда и будем. Заходи. Резать свои. Ну что ты? Еще не готов букетик. Еще не готов. Ну, как будет готов, я покажу. Завтра обещает мороз. Виктория срезает розочки. Ну, видимо, букетики будет делать. Ну, посмотрим, что она там сделает. Вон помощники у нее там. А я пошел на работу, а вечером поглядим. Все. Вон, пока заготовка лежит. Как она ее там оформит. Приехал с работы, уже темно. Выхожу. Ну что ты? Где? О, вы меня встречаете. Ой, Марсюнчик. Ну что там? Что там хозяйка? Пойдем смотреть быстрее. Что она там сделала? Да что ж вы так? Как она там? Ну мы же ездили за зайчьей капустой. Пошли быстрее. Показывайте мне, что она тут соорудила. Быстрее. Ну, что тут у нас есть? Она ходила. Ну, где? Куда вы меня ведете? Ага. О, красотень. Ну, что ты, а так едешь мимо посадки?
Вы чё? Это видишь, восхищается так. Проедешь и не заметишь, а тут когда стоит на столе, да еще ваза такая. Конечно, красиво. Вот это вот весной они так цветут. Вон они. А это осенью. Мелочь, ну это ж надо все заметить, определить. Вот, к примеру, там вот колючки, да, вот колючки да колючки. Ну вы же гляньте, они же золотые колючки. Смотрите, какая красота. Здесь свет плохой, но все равно, да, как будто вы звездочки. Масюнчик, вы меня ведете сюда? Ну вижу, вижу. О, розочки. Красиво. О, колючечки. Красиво. Пальма. А вот на тумбочке стоят скромненько. Скромненько. Вот такие розочки, видите. Хорошо, когда дома свои розы. Нарезал, сделал букетики. Ну что? Ну. Вот какая у нас мастерица-рукодельница. Ну, только что, ну, опять же сейчас, если ее снять, скажи, не надо меня снимать. А тебя нельзя снимать? Кудесница. Ладно, не буду. Не любит, когда ее так ни с того ни с сего. Только так, если издалека, и вскользь, да, где-то вскользь только. Она любит. Представиться. Фу, блин, что-то она, как бы это сказать правильно. Короче, предстать перед человечеством во всей красе, в своей колючей красоте. Фигу, да? А вот Виктория говорит, она рядышком стоит. Но скажи, я тебя не буду снимать. Где еще? В ванной. А, она еще говорит, а в ванной. Я говорю, а я ты в ванной не дошел. Что у нас тут в ванной? Ну-ка. О, красоте. Ну, мелочь, конечно, но приятненько. Вот стоит такой букетичек, умываешь морду, ой, в смысле лицо, а он тебе смотрит и говорит, какой ты красивый, и я. И ты смотришь на него и думаешь, боже, как жить хорошо. Мир-то наш какой красивый. Выглянешь на улицу, а там темно. Ну и ты опять сюда вот так вот чистишь зубы, моешь лицо, смотришь и радуешься жизни. Еще один по скрипту. И вот вроде бы чайничек стоит, вроде бы как какая-то печенюшка лежит там. А вот розочки. И красиво, и на душе тепло, и аппетит лучше становится. Ну, у них-то аппетит и без этого хороший. Ну, а с этим еще лучше. Вот как они гармонично вписываются. Розочки. Да, Марсюнчик? Вот как колбаса в рот вписывается гармонично. Так вот примерно и вот эти розочки вписываются на кухне. И вот они, видите? Вот так. О! Чудо!